4 мая на сайте Единого центра обращения граждан было оставлено обращение, в котором жители дома жалуются на то, что в стене дома появилась трещина, которая становится все больше и больше. По словам жителей дома, штукатурка падает прямо на голову, и люди опасаются, что скоро могут начать обрушаться стены здания. Жильцы дома опасаются за свою безопасность и просят коммунальные службы принять в отношении аварийного здания срочные меры, говорится в обращении.